9 апреля в Десногорске стартовал весенний месячник по очистке территории города. К работам приступили все коммунальные службы. Глава города Андрей Шубин обратился к предпринимателям с призывом принять участие в месячнике. Хотелось бы мне еще обратиться к владельцам торговых точек, независимо, так сказать, от фонд собственности, да, для того, чтобы присоединились к этой работе и приняли активное участие в введении порядка в опыте. 5 апреля в Смоленске прошла спартакиада учащихся по волейболу. Сборная команда нашего города под руководством тренера Анны Николиной стала призером. Третье место. Поздравляем. В школах города началась четвертая четверть. Проводился региональный этап всероссийского конкурса «Чтецов. Живая классика», на котором учащиеся первой школы Табуница Давид занял второе место. Молодец, наше поздравление. И 13 апреля будет проводиться апробация устного собеседования в рамках АГЭ по русскому языку для выпускников 9 классов. Инфекционные заболевания на прошедшей неделе в Десногорске регистрировались на обычном уровне.